И последний стих, написанный в соавторстве с Викторией Ткаченко. И под ваши аплодисменты попрошу ее на сцену. Мы совершенно случайно общались ВКонтакте и решили... Расскажи, расскажи, как это все было. Стих называется «Молчание». Не спеши. Не спеши. Не надо. Ты любишь мои стихи, а не меня. Увы, больше волнует твое сердце. Все новая и новая строка, что за другой строкой ложится тесно. А ты откуда знаешь, что волнует? И не дает покоя голове, и сердца не идешь на перекуры, и вечно говоришь со мной во сне. В тебе нет радости, но нет и смуты, как нет истины сомнений и предсказаний, чтобы украсить трепетные губы, нарушив томное молчание изваяний. В тебе желание остаться одиноким, писать стихи, гореть, искать единый путь. Ты для меня неистово жестокий, и каждая твоя строка в меня как ртуть. В душе покоя нет, соблазн вели, переступить черту без сожаления, чтобы сорваться в бездну, в один миг прервать в твоей вершине восхождение. Так что скажи, тебя волнует больше? Возможность рядом быть или уйти туда, где воспевают свою песнь как можно дольше? Твоей пустынной жизни берега. Мне нелегко уже узнать твой почерк, но я приму последний бой с самим собой. Пусть все слова летят к чертям из строчек, создав молчание наедине с тобой. Спасибо большое.